Ну, откройся. Джек. Джек. Здравствуй, Джек. Потанцуем? Выходи оттуда. Выходи, не бойся папочку. Папочка сегодня навеселе. Я приседаю, Джек. Ребятушки, привет! Меня зовут Андрон, ты на канале Лесин? Андрон Лесин. Сегодня, слушайте, у меня для вас две новости. Плохая и хорошая. Плохая. Хулюлячи больше не существует, ребятки. Сел сегодня поиграть, и игруха Бейкери Магнат больше прекратил свое существование. Больше ее не существует. Но есть хорошая новость. Есть у нас игра под названием... Эхвалят оф Бренден. Слушай, звучит очень по-турецки. Я прочитал короткую аннотацию, короткую антологию. Там написано, что теперь я буду не просто продавать очень хулюлячи чипсы, а теперь я буду стремиться стать самым главным мафиозом. Я глянул уже, есть русский язык, это отлично. Настройки я посмотрел, там то же самое управление. По сути, все то же самое. Эхвалят оф Бренден. Звучит очень по-турецки. А как играется? Пойдем посмотрим. Погнали, полетели, ребятки. Новый день. День первый. 23.58. Слушай, графика. Графика изменилась. А изменилось ли еще что-то? А больше ничего. А давай-ка мы... Стоп. Используйте красную кнопку. Помощь. Интеракт. Используйте, чтобы прогнать клиента. Понятно. Ни хрена не понятно. А теперь у меня запас воды, запас еды. А ну-ка открой. Открой. F. Не F. V. Нет, не V. Откройте окно. Иди же пассатижи. E. А как открывается окно? А, вот. Взаимодействие. R. Ну, отлично. Так, город преобразился. Намного более все симпатично стало. У нас все тот же наш компьютер, мы сейчас будем делать заказы. Это складское помещение. Это покупатели, которые почему-то проходят мимо. Помощь. Так, используйте дверь, чтобы перемещаться между вашим магазином и подвалом. Да я это знал, я про. Я уже играл. Так, подвал. Не, пока не готов я. Давай мы что-нибудь продадим, а потом отправимся в подвал. Жареная говядина, виноградный лист. Ты серьезно, бро? Это что, это жареная говядина? А ну-ка давай, это жареная говядина. А, F. На! Отлично. Это, я не знаю, что это такое. Наверное, это виноградный лист. На! Сука, он принял все это. Жареная говядина, круглый хлеб. Круглый хлеб. Так, я забыл, как это берется. На круглый хлеб. Жареная говядина. Ой, очень удобно. Он теперь показывает, что мы уже отдали, а что мы не отдали. Пошел в заде. Вода. У нас есть вода. У нас еще есть чипсы, бро. У нас нет чипсов, но у нас есть чипсы. Давай, добра. Следующий. У вас есть вода. Так что такое? Мы помним в той серии, вот тебе ссылочка на нее. Все бухали. Мы... Пиво, круглый хлеб. Во, вот это наш человек. Так, это квас. А вот пиво Андрей. Так, пиво Андрей, держи. Круглый хлеб. Да возьми есть круглый хлеб. Держи. В прошлой серии все бухали, все жестоко бухали. В этой же серии... Смотри, все какие культурные. Смотрите. Судя по заборчику, по госпрограмме безопасной дороги, мы где-то в России. Слушай, это прям российские заборчики. Хотя, эхвалят оф Бренден, я хрен знает. Но это Турция, ребят, это Турция. А ну-ка, выключи свет, мы не тратим электроэнергию. Вода, пиво, квас. Смотри, бро, это вода. Вода. Это квас. Я в темноте. А это новая услуга. Не, возьми. Это новая услуга. Ресторан в темноте, братиш. Тебе понравится. Держи. Давай, добра. Кто первый скажет хулюлячи? Квас-квас. Блин, надо цену изменить. Стоимость кваса, и у нас первые хулюлячи будут. Квас-квас, держи, братиш. Где ты? На. До свидания. Смотри-ка, все довольны. Вода-вода. А чё все довольны такие? Пора цены поднимать, я чую. Надо цены поднимать. Вода-вода-вода-вода-пиво. Вода-вода-пиво. Держи вода. Держи вода. Держи. Где? Как? Хочешь пиво? Нет, я сам его выпью. Ай, как мне хорошо. Хочешь еще пиво? Смотри, бро. Хочешь пиво?
Ну, а я сам его выпью. Ой, смотри-ка, у меня здоровье повышается. Я пью пиво, здоровье просто на глазах. Бро, хочешь пиво? А хрена тебе лысого. И вы хотите есть? Ну, конечно, после пива я хочу есть. Пшел лесом. Квас-квас. Ну, ладно, квас не пиво, квас можно и отдать. Держи, твой квас. И... твой квас. До свидания. Так, до свидания. Мы закрыты. Нам надо... Нам надо чистящие средства покупать. Программы управления флешкой. Почта, Брэндон. А, вот тот самый Брэндон. А может, я Брэндон? Привет, это я, Брэндон. Глава мафии узнал, где мы находимся. Теперь они будут нападать на нас через каждые 5 дней. Теперь придется тратить много денег на вооружение. Но будь осторожен, если у тебя будут лишние деньги, то купи обязательно медицинскую страховку, чтобы тебе оказали помощь в случае твоего ранения. Опасно. Спецпредложение. Пиво. Это идеально, мне кажется. Это идеально, но не сегодня. Спецпредложение от лаванды какой-то. И снова пиво. Купите, говорит, готовый набор продуктов по выгодной цене. А какие продукты у нас? Пиво. Все, я тебя понял. Не, бро, не наша история. Нам нужно кредит. Мы должны взять кредит. Давай, я хочу 1500 бакинских. Оформить. Плевать. Оплатить. Кого оплатить? День первый. Стоп, я взял кредит 1500, я должен... Сразу оплачиваю, что ли? А, банк не разрешает так быстро гасить. Ну, конечно, проценты. Мне нужен этот. Так, раздатчик нет, стекло. Я не могу понять, что это такое. Товары. Нет, мы возьмем одну пачку. Очень хулюлячи. А здесь еще другие. Две пачки хулюлячи чипс. Так, мы возьмем хлеба немножко. Плоский хлеб мы не будем. Мы не будем раздувать с тобой ассортимент. Мы возьмем пиво. Нет, мы не хотим. Что мы хотим? Виноградные листья. Нет, жареная говядина. Мы возьмем много жареной говядины. Кетчуп к чертям. Курица сырая. Нахрен нужна. Помидорчики. Помидорчики обязательно. Лук. Вдруг мафия придет, откидываться будем. Колбаска. Теперь у меня есть колбаска, ребятки. Так, корзина. Все, я готов. А как мне в корзину попасть? Заказать. Цена с доставкой. Доставка 51. Ну, еще теперь и доставка денег стоит. Ладно, хорошо. Ну, давай, заказать. Я полагаю, ко мне все пришло. А теперь срочно надо поднять цены, ребятки. Ведь это какие чипсы? Это хулюлячи чипсы. Нынче времена тяжелые. Все дорожает, ребятки. Квас подорожал, газировка подорожала, чипсы с солью. Ты не представляешь, насколько это дорогой продукт. Вот так вот. Чипсы — это тоже очень дорогой продукт. Но чипсы дешевле. Слушай, ну там соль накинули, ну безусловно. Вот так вот. Отлично. Виноградные листья. Все дорожает, ребятки. Все дорого. Все болит, ничего не помогает. Жареная говядина. Помидор. У нас надо помидор продать подороже. Лук. Лук будет по такой цене. Ну все, все нормально. Ресет. Нет. Расширенное управление. Нет. А как? Стоп. А мне надо как-то зафиксировать. А, на весь товар наценка 5%. И все. А можно мне еще один кредит? А, я еще кредит взял. Это очень здорово. У меня очень много денег. Мне нужен пистолет. Ищем пистолет. Слушай, я не нашел пистолет. Но зато я нашел вот какой-то раздатчик. Автоматически закрывать магазин, если в раздатчике нет нужного товара. Открыть раздатчик. Включить, выключить раздатчик. Так, а что? Что я должен сделать? Тысячи литров чего? Чего ты хочешь от меня? Машина, что ты хочешь от меня? Вы хотите есть? Да лесом иди, мне... А, вот, я открыл раздатчик. Я его активировал. Так, мне нужно туда что-то положить, да? Ну-ка, давай попробуем, слушай, как это работает. F. Нет, мне кажется, не так это работает. А ну-ка, взаимодействовать. И как мне... Вот мне положи, например, это в раздатчик. Ты, например, положил это в раздатчик? Не положил в раздатчик. Стекла грязные, сука. Я хочу есть. Плевать на тебя, раздатчик. Я на тебя наплевал. Мы идем товар получать. Так, давай, забираем. Есть. Погрузка-перегрузка. Это номер раз. Погрузка-перегрузка.
смешно. Одна сарделька и луковица. О, ну вот это я понимаю, вот это мы загрузились. А вот там что это было? Сарделька и луковица. И слушай, самое главное, я не смог купить нормалды. Я самое главное... Все? Здесь же была еще одна коробка. Охренеть, меня кто-то где-то... Кто-то где-то меня обманул. Давай мы съедим одни очень-очень дорогие чипсы. Очень дорогие чипсы мы только что съели. Закрываемся и пошли в магазин выгружаться. Супер! Ну давай, ой, бери. Давай, будем все выкладывать. Очень дорогие чипсы вот сюда. Ха, отлично. Это что, хлебушек вот сюда. Помидорку. Помидорку на хлеб. Это почти бутерброд. Сверху закрываем хлебом. Это готовый бутерброд на 100%. Не падать? Не падать. Не падать. А что свет выключен у нас? А включите свет нам. А, это включен свет. А что так темно у нас? Так, консерва. Консерва сюда. Хлеб, ну, пускай тут тоже лежит. Да, подберись. Это здесь на полу полежит. Луковица. Чтобы откидываться от... А давай мы луковицу возьмем? Съедим? Ешь луковицу? А, сука, он не ест луковицу. Я хотел луковицу съесть, и мне интересно было, как клиенты отреагируют на мое... Я хочу есть луковица. Так, взяли, съели. Сука, он не ест луковицу. Ладно, хорошо. А что я хочу есть? Я хочу есть консерву. Взяли консерву, едим консерву. Это как-то выглядело очень неблагопристойно. Очень сомнительная консерва, конечно. Ну и директор нашего парада. Сосиска. Или что это, я не знаю, колбаська. Есть, мы открыты, нам срочно нужно отдавать кредит. Лук, колбаса, колбаса, квас, колбаса. Да ты охренел, на тебе. Не-не-не-не, эй, стой. На тебе лук. Почему ты не берешь его? Ай, да вот же лук возьми. Ладно, хорошо. А, не так, надо вот так взять лук и кинуть его. На! А как теперь мне этот лук подобрать? Вот он. Вот, сейчас, стоп. Есть, я взял лук. На! Зажрался ты. Ему все, смотри, из рук в руки ему подать надо, неприятный человек. А, ты не хочешь, тебе нужна колбаса, колбаса, квас, колбаса. Хорошо, смотри, это квас. Квас, я сказал. Это квас. Ну и ладно, а ты этот, прям от души отрываю, колбаська. А почему она? А где колбаска? Слушай, я съел колбасу, похоже. Все, бро! Свободен, я съел ее. Квас, жареная говядина. Так, два кваса, хлеб, лук. Хорошо, лука у нас нет. У нас есть квас. Держи квас, братиш. Лук. У меня есть лук, безусловно. Держи лук. Это очень удобно, слушай, теперь из списка. Как мне жена список пишет в магазин, и все потихонечку вычеркивается. Жареная говядина, квас, хлеб. Хлеб? Ничего, что с пола. Слушай. Санитарные нормы. Меньше 3 секунд лежало, можешь подбирать. И жареная говядина. Кваса у меня нет. А жареная говядина? Ну, на жареную говядину. Это что, не жареная говядина, что ли? А, я тебе неаккуратно подкинул. Давай, с разбега. И на! Доволен? Кваса нет? Свободен. Хулю-лячи, говорит. Ай! Только что мир мой рухнул. Хулюлячи — это, оказывается, недорого. Хулюлячи — это недовольство. Как жить дальше с этой информацией? Хулюлячи, бро. Все, никакого настроения нет. Лук, хлеб, хлеб, помидор. Возьми все, братиш. Помидор. Слушай, мне кажется, у меня есть помидор. Ну, мне всегда так казалось, что у меня есть помидор. А по факту... У меня что, нет помидора? А, вот помидор. Да, у меня есть помидор. Держи, бро. Давай, добра. Еще 2 человека. 3 человека. О, что у вас так много? Жареный говядин, жареный говядин, жареный говядин. Элементарно. Раз. Изи деньги просто. На изи бабулечки поднимаются. Просто смотри. 2. А больше, мне кажется, нету. А, есть. 3. А все остальные идут куда? Ребятки, дружно идем! В жопу! Все свободны! Свободны, свободны, свободны! До свидания!
До свидания, мои хорошие. Расторговалась я, милочек. Нет у меня ничего. 10 огурцов и 10 колбасок. Я открываю секс-шоп, ребятки. И вода. Ну, вода это для... Ну, это для больших девочек. Это для совсем больших девочек и вода. Все, это максималка, что я могу купить. Готово, заказать. Поехали, ребятки. Секс-шоп у кого? Секс-шоп у Леси. Секс-шоп у Леси начинает свою работу через 3. Эти же пассатижи где? 2. А, да, 1. Поехали. Слушай, тут еще какая-то дверка. Вы хотите пить? Тут еще какая-то дверь. А это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а что это такое? Ваша репутация... Плевать, бро, плевать. Здравствуйте. А кто вы? А как зовут тебя, незнакомец? Так, помощь. Выставляйте ненужные предметы на весы, со временем кто-то купит. А ты... ты в полотенчике? Малыш! Hello. Hello! Я тут открываю секс-шоп. Пойдем ко мне работать, детка. Hello! Он мне... Hello, hello! Вставить карту! Ты уверен, что я хочешь, чтобы я в тебе вставил свою карту? Мой маленький, тебе откроются новые горизонты. Держи. Вставь карту. Очисть. Сука, а что я должен... Считай, что я вставил тебе свою карту. До встречи, малыш. Джек, Джек. До встречи, Джек. Еще увидимся. Пошел в жопу. Иди в задницу. Иди, да отстань, ты, не хочу мне. Да мне это не интересно. Еще увидимся, Джек. Посиди пока здесь. Папочка скоро вернется. Что это было? Это, конечно, тяжело, но я пройду мимо Джека. Малыш. А не, вот так вот. Хопа! А чтоб меня Джек не увидел. А? Ты не видел. Считай, что ты меня не видел. Так, нам срочно надо попить. Я пить хочу, ребятки. Где у нас вода? Где? Нет, это кетчуп, это все не то. Все... Пиво! Пиво! Да, пиво. Ой, хорошо. Еще пиво? Это не пиво, это газировка. Да, газировка, еще газировка. Давай, братиш. Так, газировка, газировка и пиво. Ну, это же просто идеально. Все, и здоровье понаприбавилось. И жажда утолена. Ну я не могу, слушай, я не хочу к Джеку. Джек! А че там у него вообще? О, что ты торгуешь? А чем ты торгуешь? А меня тут нету, Джек. А представь, что меня тут нет. Не обращай внимания, сука, не в тот стеллаж зашел. Что это? Компакт-диски. Мультикок. А, мультиклокс. Мультикок. Если... Так, здесь... А что это, компьютерный магазин какой-то, что ли? Розетки, кабели можете купить здесь. Смотри! Вот, тут продаются все болторез. Обязательно. Обязательно один болторез на кассу. Фонарик не надо. Так, розетки, кабели пока не надо. Мать моя! Я ровно там... У меня $126. У меня денег нету. У меня денег нету. Я хочу пушку. Мне срочно нужен кредит, я сейчас вернусь. Джек, я сейчас вернусь. А чё я так медленно хожу? Срочно взять кредит. Фастом расторговываемся. Да не то. Ну, возьмись. Быстро-быстро расторговываемся. Меня ждет, во-первых, Джек и его большая пушка, ребятки. Быстро торговать. Упал. А, это мне херовастенько. Я думаю, ну съешь огурец скорее. Быстренько ешь огурец. Или что, или я пить хочу. А, огурец это несъедом. Да, мне херовасто. Быстро, колбаску, бро. Скорее. Ну, съешь колбаску. Вы хотите есть? Я очень хочу есть. А куда вам все колбаски делись?
Ух ты, вместительный какой! Сколько колбасок-то в тебя влезло! Скорее кушай! Скорее! Скорее! Скорее кушай! Ля, он не кушает! Все, я сейчас подохну! Джек! Джек! Джек, у меня все плохо, брат! Ну, блин, ну, ну давайте свежий воздух, окно, открыть окно, кушать. Огурец, огурец, иди в жопу, я занят. Мне покушать, ну кушай. Почему он не кушает? Огурец, жареная говядина. Блин, все плохо. Ну кушай, пожалуйста. Ну, ну он не реагирует вообще. Он не кушает. На, будешь хлеб. Ладно, сейчас подохнем. Ну и подохнем, и подохнем, в общем-то, и все равно. Я без Джека жить не хочу. Без Джека я жить не буду. Что ты хочешь? Жареная говядина. Мне кажется, нет, бро. А, есть! У меня много жареной говядины. На, смотри, как я самоотвержен. Смотри, как я предан делу. До свидания, давай. Мне самому херовасто. Я еле на ногах стою, но я работаю. До свидания, следующий. Ох, вас много. И вас не тревожит, какая антисанитария у меня здесь. Хлеб, жареная говядина, жареная говядина. Блин, можно было бы так в реальной жизни? Ох, я бы обогатился. Так, жареная говядина. И еще жареная говядина. Свободен. Давай, я сейчас быстренько буду расторговываться. Пока не помер. Магазин закрывается. Недоволен. Мне плевать на твое недовольство. Меня ждет? Угадай, кто меня ждет? Как взаимодействовать? Джек. Я хочу к Джеку. Мой хороший. Только ты меня поймешь. Ну, откройся. Джек. Джек. Здравствуй, Джек. Потанцуем? Выходи оттуда. Выходи, не бойся папочку. Папочка сегодня навеселе. Я приседаю, Джек. Слушай, мне кажется, на это можно закончить. Джек, ты готов закончить? Я готов. Давай закончим, Джек, давай закончим. Погоди, сейчас я Джека выведу, вот он. Вот мой Джекулечка, вот. Какой-то вот такой ролик получился, ребятки, я не знаю. Слушай, каждый раз, когда мы заходим в эти хулилячи, заканчивается все каким-то трэшем, просто абсолютнейшим. Но на сегодняшний день, слушай, печалька номер раз. Мы с тобой узнали, что хулилячи, оказывается, это недорого, а хулилячи — это просто возглас недовольства. Ну и мой друг Джек. Минус 3, репутация. Да плевать, бро, плевать. Эхвалят, брендан, да? Эхвалят. Называется эта игра. Если она тебе понравилась, прожми лайкос. Подпишись на канал, если на канале оказался случайно. И тебе понравилось то, что ты здесь увидел. Пиши мне обязательно комментарии, хочешь ли ты, чтобы я серьезно погрузился в эту игру, в Джека. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? И развился, да. Здесь же можно до какого-то супер-гипер-босса мафии развиться. У меня же там, смотри, какая пушка у меня здесь есть. Смотри, сейчас я вот так вот встану. Смотри. Ты видел, что тут есть? Эмочка, бро, эмка. Эля эмка для револьвера. Я все сказал. Лайк, подписка, комменты, ребятки. За сим я готов откланяться. Доброго утра, дня, вечера. Что у вас там? Пока, ребятушки. Пока, мои хорошие.